Вологодская область в 2018 году вернулась в число регионов, крупнейших регионов экспортеров Российской Федерации и заняла там почетное 19 место. Конечно, это обусловлено прежде всего ростом объемов поставок за рубеж наших крупнейших товаропроизводителей. Таких предприятий-гигантов, как компания «Северсталь», это металлопрокат, это те марки стали, которые востребованы на европейском, на зарубежном рынке, это компания «Фосагра» по поставке минеральных удобрений на экспорт, это наш лесопромышленный комплекс, который поставляет на экспорт большой объем продукции с высокой добавленной стоимостью, это брикеты, топливные пилеты, экологически чистое топливо, это плиты ДСП, ОСБ, это пиломатериалы, которые востребованы на рынки стран Европы и Америки. На сегодняшний день мы не только занимаем 19 место по объемам экспорта, а это более 5 миллиардов долларов США, но и занимаем 5 место по стране по поставкам металлопроката на экспорт, 5 место в стране по поставкам химических удобрений на экспорт и 3 место в стране по поставкам высококачественных пиломатериалов на зарубежные рынки. Сегодня Вологодская область сотрудничает и поставляет продукцию на экспорт с более чем 100 странами мира. И что удивительно, но пользуется спросом не только продукция наших промышленных гигантов и предприятий, но и продукция малого и среднего бизнеса. Мы зарегистрировали бренд «Настоящий вологодский продукт», в рамках которого мы развиваем такие всемирно знаменитые бренды, как «Вологодское масло», «Вологодский лен», «Черная икра» тоже производится в Вологодской области, в компании «Русский икорный дом». Мы поставляем продукцию в более чем 15 зарубежных стран. Это наша продукция, экологически чистая продукция наших предприятий, которые поставляют продукты питания и продукты глубокой переработки. Поэтому мы гордимся тем, что мы вернулись в число 20 регионов-лидеров по поставкам продукции на экспорт. Наиболее эффективная мера государственной поддержки – это поддержка Российского экспортного центра, с которым мы сотрудничаем, и все наши товаропроизводители получают поддержку Российского экспортного центра. Задача наша – это продвижение продукции наших предприятий, товаропроизводителей через Министерство экономического развития, через торгпредство, через презентации экономического инвестиционного потенциала, который мы ежегодно проводим во всех крупнейших странах Евросоюза, там, где заинтересованы в поставках наших продуктов. Поэтому это, конечно, государственно-частное партнерство. Без него невозможно выйти на экспортные рынки, потому что всегда смотрят, поддерживают ли регионы, поддерживают ли правительство, оказывают ли меры государственной поддержки при реализации инвестиционных проектов. Поэтому у нас эффективно выстроено инвестиционное законодательство, меры государственной поддержки и Российский экспортный центр, которому мы очень благодарны. Самое главное – это обучение персонала, это продвижение продукции наших предприятий через торгпредство на рынки стран Евросоюза, это закрепление наших товаропроизводителей через открытие офисов продаж в различных регионах мира – это Азия, Африка, это Северная, Южная Европа. Поэтому мы сейчас работаем с РЭС по продвижению нашей продукции. И это, конечно, вот эти бизнес-миссии, которые мы при поддержке РЭС организуем, позволило нам и выйти на новые экспортные рынки. И что удивительно, если другие регионы Российской Федерации сокращают объемы товарооборота с Европой и Америкой, то мы, наоборот, наращиваем объем внешнеторгового оборота и с странами Евросоюза, и с Соединенными Штатами Америки.